Здравствуйте, дорогие друзья! Наша встреча посвящается великому и знаменательному событию. Ровно 80 лет назад город Шахты был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. И открыла наше мероприятие Балибкова Татьяна. Она исполнила прелюдии до минор. Еще раз попрошу аплодисменты. Великая Отечественная война потоками крови и слез была омыта наша земля за долгие 4 года войны. Нам так важно помнить историю нашего народа, его подвиг, еще и потому, что борьба с фашизмом продолжается и сегодня, сейчас, вновь и вновь наши герои поднимаются на защиту Родины. Но несмотря на горе, смерть и разруху, мы знаем, враг будет разбит, победа будет за нами. В гостях сотрудники архива города Шахты Виктория Юрьевна Мартыненко и Александр Александрович Зубков. С удовольствием передаю им слово. Мы рады сегодня находиться в ваших стенах. Рады тоже приветствовать вас. Действительно, 12 февраля исполняется 80 лет со дня освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. Очень радостная и в то же время печальная дата, потому что освобождение, которое пришло, оно перед этим сопровождалось сумасшедшими потерями. И сегодня мы буквально несколько слов скажем. Нельзя уложиться в рамки данного мероприятия, рассказать все, чем наш архив богат, что он хранит, и показать все материалы. Мы просто постараемся штрихами вернуться в то время. Мне сегодня будет помогать Александр Александрович, он на пультах, так скажем. Вот. Мы вам сегодня попытаемся рассказать, потому что понять мы этого все равно не сможем, как люди, которые никогда не пережили войну, но благодаря тем документам, материалам, которые есть в нашем архиве, мы вас попытаемся сегодня окунуть в атмосферу города Шахты периода Великой Отечественной войны. Спасибо. Итак, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. И несмотря на то, что враг еще в первые дни был далеко от Ростовской области, было понятно, что рано или поздно он сюда придет. Почему? Потому что немцам нужна была бакинская нефть и нужен был наш драгоценный антрацит. Их запасы к этому времени были уже истощены. И все понимали прекрасно, что война будет затяжная. И страх, который испытывали в первые минуты, в первые мгновения, он сменился злостью, злостью на врага. Поэтому уже вот по нашим документам в первые 3 дня войны люди добровольно шли в военкомат и клали на стол заявление с просьбой вступить в ряды Красной Армии. 2700 заявлений за 3 дня. Это помимо тех, которые повесток, которые приносили мужчинам и женщинам-медикам. Наш город до того, как началась оккупация, он прославился, можно сказать, сумасшедшими трудовыми подвигами. Поэтому сейчас, вот в этом году, решается вопрос о присвоении городу статуса города трудовой доблести.
В течение 2 лет наш архив сотрудничал с Департаментом культуры и предоставлял документы, которые подтверждали бы эту трудовую доблесть. Потому что с началом войны одни ушли воевать, а кто-то должен был их заменить. Уголь же был нужен не только фашистам для ведения войны, он должен был прежде всего нужен был быть нам для того, чтобы мы могли обороняться. И поэтому, начиная с первого дня войны, с 22 июня, об этом очень красочно рассказывают как документы, так и материалы шахтинской газеты «Красный шахтер», которая, к нашему счастью, сохранилась действительно в подлинном варианте. Даже в библиотеке такой нет. И она очень красочно описывает события того времени. Когда на смену ушедшим на фронт шахтерам спустились пенсионеры, когда спустились женщины, и спустились старшеклассники и студенты. Причем женщины сами призывали к этому. Зачин подала шахтерка Беликова, жена ушедшего на фронт рабочего шахты «Новоазовка». И уже в первые дни после ее призыва в забой спустилось более 100 женщин. Надо сказать, что тот шахтерский труд был несравнимо тяжелее по сравнению с шахтерским трудом уже 2009 года, когда шахты закрывались. Не было автоматизации на шахтах. Во многих старых шахтах работали еще в забое лошади, которые таскали на себе санки с углем. Но тем не менее, несмотря на все трудности, женщины спустились. И самое интересное, что документы показывают уникальные цифры. Если до начала войны шахты устраивали соревнования и 100% выполнения плана, это была великолепная цифра, это была норма, то когда спустились женщины, когда спустились студенты, в условиях действительно, когда уголь нужен был фронту, выполнение плана пошло на 150, 170, 220%. Имеются даже цифры вообще запредельные, 682% по одному из предприятий. То есть документы говорят о том, что люди не выходили из шахты сутками. Они там ели, спали, работали. Домой приходили на час-два переодеться. То есть действительно порыв, вот этот трудовой порыв был сумасшедший. Причем не только у шахтеров. Есть показательный случай, который описан в газете «Красный шахтер». И случился он с железнодорожником Петром Евтуховым, который сопровождал очень важный, очень ценный груз, шедший из Москвы в город Ростов-на-Дону. Территория области уже обстреливалась. Останавливать поезд ни по каким причинам было нельзя. И тут выясняется, что в одном из вагонов случилась аварийная ситуация. И вот Петр Евтухов, молодой на тот период мужчина, на полном ходу поезда, не останавливая его, привязывает себя кожаными ремнями к дну вагона и устраняет неисправность. И находится в таком состоянии, то есть привязанным к дну вагона до самого города Ростова-на-Дону, следя за тем, чтобы больше аварийная ситуация в этом месте не повторилась. Когда потом журналисты газеты брали у него интервью и сказали, что «да вы, Петр, молодец, вы совершили такой подвиг», он сказал: «я не совершал подвига, на моем месте так поступил бы каждый». Велико было вот это желание работать ради победы, желание любой ценой эту победу приблизить. Даже ваши ровесники, школьники, они не сидели сложа руки. Уже на 3 июля, казалось бы, да, прошло 2 недели после начала войны, школьниками города, прежде всего вот младшими школьниками города, было собрано 8 тысяч тонн металлического лома. Были специально оборудованы площадки, куда ребята свозили или сносили этот металлолом, который шел потом на постройку самолетов, танков, на производство снарядов и другой техники военной.